В Министерстве труда и соцполитики собрались представители власти Донецкой Народной Республики, чтобы обсудить развитие и перспективы социальной защиты населения молодого государства, которых удалось добиться благодаря слаженной работе всех структур социальной сферы. Сегодня мы можем говорить не только о проблемах, о которых мы знаем и продолжаем работать над их разрешением, но и о несомненных достижениях нашей республики. Обсуждение коснулось также и явных преимуществ существующего порядка работы социально направленных служб и ведомств по сравнению с украинскими методами работы с населением. То сейчас, когда люди увидели, что выплаты пошли, они пошли к нам с обращениями, и уже на сегодняшний день их более 28 тысяч. Республика беспокоится о своих гражданах. Все структуры социальной сферы работают над выполнением поставленных задач, над решением тех проблем, которые еще существуют. И я думаю, совместными усилиями все задачи будут выполнены. Анна Триксель, Виктор Каранадзе, Новороссия ТВ.